Магазин светофор на Хасанской улице, Санкт-Петербург. 100 лет здесь не была, столько всего появилось. Давайте смотреть, рассматривать. Друзья, смотрите, здесь тоже Новый год. Олени, Санта-Клаусы. Стоит 540 рублей. А с ним возит Дед Мороз. Фигурка под елку. Нет, ножки не раздвигаются. Смешные, всевозможные дисколампы, гирлянды, сосульки. Смотрите. Гирлянда, проволока светодиодная. И серебристая, и золотистая. Гирлянда светодиодная. Вот фены. Ковры привезли. Мягкие примягкие. Ковер ворсовый 80 на 120 сантиметров. 1044. Белые, бежевые, темно-серые. Какие хорошенькие. Влажная туалетная бумага. 150 штук. Крышка с клапаном. Очень удобно. 74,80. Такие салфеточки симпатичные. Лимончики, лаймы. 37,80. 20 штук. Два слоя. Все одинаковые. Это гель-концентрат для мытья посуды. С дозатором. 1,5 литра. 276. Производитель Китай. Также можно мыть овощи и фрукты. Вот такие вот бутылочки симпатичные. Кондиционер для белья сорти. Весенняя свежесть. Так, 3 килограмма, 200 граммов, 256. Средство для мытья посуды. АОС. Без красителей. 1,5 килограмма. 176,80. Ну, капсулы для стирки Биолан, для стирки цветного белья. 35 капсул. 300 рублей. 100 лет не была, столько всего появилось. Таз прямоугольный на 25 литров. 142,30. Все одного цвета. Вот такие вот, толстый пластик. Лопата снеговая, 48 на 39, пластик с металлической планкой и деревянный черенок, 272. Вот черенок, сама лопата. Стул кухонный, максимальная нагрузка 130 килограммов, 1189. Наверху такой мягкий. Ножки металлические. Средства для чистки ванных комнат. Мистер Десс. Так. 0,5 литра 53 рубля. Аромат дыни. С дозатором. С распылителем, вернее. Жидкое мыло. Вот такое вот. Молоко и мед. 1 литр 65 рублей. С дозатором. Так, по-моему, есть еще какой-то клубника со сливками. Универсальный очиститель, суперэффективное средство для всего. Всего за 30 секунд удаляет жир, грязь, скотч, любые другие сложные загрязнения. 1 литр. Без цены пока. Накипим люкс. Для чайников, штюгов, посудомоечных машин. 47 рублей. Какой-то жиденький совсем. Влажные салфетки. Большая упаковка. 120 плюс 80 штук в подарок. Алоэ вера. Так. Получается 200 штук. 56 рублей. Класс. С клапаном удобно. Так. Банное мыло натуральное. Не содержит отдушек и красителей. 200 граммов 34 рубля. До душа расслабляющий, лаванда и вербена.
с миндальной кислотой. Так, 750 миллилитров, 130 рублей. Чего-то тут на дне коробочки набор герметичных круглых контейнеров с замками. Три штуки. 1,5 литра, 860 миллилитров и 0,5 литра. 10,33. Вот такие вот. До посудомойки доступны 30 штук. 140 рублей. Универсально моющее средство, 1,5 литра. Вон такая бутылочка. Так, 134 рубля. Универсальные с остальной нитью. Для сильных загрязнений две штуки. И три поролона. 63 рубля. Контейнер для хранения на роликах. 4 ролика есть, колесико. Объем 12,5 литров. Для бытовой химии. И продукты, смотрю, можно поставить. Две ручки. А где темно, не вижу. И это складной 17,5 литров овальный. 570 рублей. Вот такой тазик. Белый с серым. Все одинаковые, глубокий тазик получается. Набор салатников 3 штуки по 4 литра, 194 рубля. Вот такие тазики. Все одинаковые. Контейнер круглый на 7 метров с крышкой и с ручкой. Пищевой пластик, 120 рублей. Вот такие вот контейнеры, крышки лежат отдельно. Не забывайте брать. Дезодорант Камей появился. 38 рублей без белых следов на одежде. Концентрированный стиральный порошок вот в таких огромных ведрах 5 килограммов. 467 рублей. Смотрите, какая минажница. 4 отдельных вот таких тарелочки салатника на стеклянном блюде. 5 предметов. 357. Вот такое, смотрите, на праздничный стол. Чего можно положить? В каждую тарелочку отдельная. Наборы бокалов. 4 штуки для вина. Вот. 4 штуки по 780 миллилитров. 793 рубля. Трюльки эмалированные на 7 литров. 916. Смотрите, есть с овощами, с грибочками. Сковорода, написано штампованная, черный гранит. Такая глубокая. 574 рубля. Она такая не очень тяжелая. Тяжелее уже. Сковорода 26 сантиметров, литая. Также гранит. 774 рубля. Низкие из нержавеющей стали. С внешней стороны цветные. Зеленые, оранжевые, голубые. 178 рублей. На 4 литра 450 миллилитров. Полно. Для сушки посуды. Так, размер 50 сантиметров на 37. На 3 поролона. 100 рублей 60 копеек. Серые, голубые, розовые вижу. Ну, это приятные. Смотрите, что есть. Мультиварка. 2760 рублей. И читайте, что там есть. Контейнер для приготовления на пару. Мерные стаканы. Черпак. Панель управления, книга рецептов, напряжение, мощность, объем чаши 6 литров. Ну так, чайник электрический на литр 800, корпус из стекла, автоматическое отключение. Что там еще есть?
Мощность не видно. 773 рубля. Вот такими. Сетерка шестигранная. Ручка из пластика. Это нержавеющая сталь. 162 рубля. Да. Разделочных деревянных досок разного размера. Размеры. 3 штуки. 202 рубля. Вот такие не очень толстые. Праздничные. Смотрите, новогодние. Как будто кружевная. Так, 170 на 140. Материал ПВХ. На тканевой основе. Как будто плелили. Смотрите, какая есть. Золотистая. С цветочками. Боже, сколько их. Ох, какая красота. Вот. Стоит 288 рублей, однако. Смотрите, золотая. А тут тоже как будто кружевная. Короче, их очень. Для ванной комнаты нержавеющая сталь. А мешки для мусора. Окрашенная. Крепление сходит набор. Вот такая два яруса, 294 рубля. Ботинки зимние, мужские непромокаемые, 744 рубля. Вот такие на липучках. Во. Она тоненькая. Подкладочки на меху, может, не эти. Нет, эти. А, разные расы меховые. С 37 по 45, 409. Ой, легкие, из Эва. Нашла носки из натуральной овечьей шерсти, сделано в Бурятии. 70% шерсти, 28% акрил. Так, совсем немножко осталось. Вот коричневые и немного серые. Сколько стоит? 157 рублей. Какие смешные. Называются бабуши. Или бабуши, не знаю. 376 рублей. Полуботинки. Искусственная шерсть, конечно. Войлок. А еще вот такие есть. На резиновом ходу. Вот так. Готовимся к зиме. Классные макаронные изделия. Паста. А, все преимущество овощей для ежедневного здорового рациона. Где это? Так. Так, смотрим. Куплю, попробую. Стоит 91 рубль. 800 граммов. Как всегда, свинина. Очень много, люди набирают. Килограмм 225 рублей. Свинина на кости. Разбирают морской без головы 388. Какой мороженое, конечно. Кета 294 рубля килограмм. Здесь что-то все разобрали. Так, что? Ассорти, мясо костное. И свинины, полуфабрикат, мясной. Так, 176,20 килограмм. Мираторг. Масло сливочное, 82,5%. Полкило стоит 110 рублей. Башкирское масло сливочное. Угу. Не верю. Яйца куриные, 30 штук, 177 рублей. Категория C2. Такие маленькие. Наберут выпади. Сколько всего много, вы посмотрите. Это сладости всевозможные. Вредности, так скажем.
Купила я себе две пары белых носочков шерстяных. Одни очень грязные, но ничего, постираем. Белые последние. Макарончики купила обязательно из овощей. И вот уже сварила. Посмотрите, какие они аппетитные. Очень вкусные. Рекомендую.